Приветище! Это Зельда Слезы Королевства, и сегодня мы направляемся в город Геруда, который находится в пустыне. Ты посмотри, какая красота. Сейчас закат, в пустыне не так горячо, поэтому я спокойно здесь могу находиться, вроде как попрохладнее стало. Напоминаю, что в город Геруда просто так мы не попадем, потому что это город женщин. А что это такое, собственно? Что это за грибок такой? Давай подойдем и спросим у этих защитниц. Даже не шелохнется. Да что такое с этой штукой? Сколько ни бей, ей хоть бы что. Так, кажется, я догадываюсь, какая проблема здесь. Грибы. Ого, ничего себе, сколько у тебя сундучков. А можно один открыть, пожалуйста? Эй, ты что такое делаешь? Да я просто сундук хотел открыть. Это для наших воительниц, не для тебя. Если тебе что-то нужно, поищи на рынке. Кстати, да, мы находимся на рынке Каракара. Я хочу купить защиту от жары. Обруч пустыни. Денег у меня хватает, так что я покупаю. Значит, накидываем этот обруч себе на бочку. И жара мне ни по чем. Ну, то есть, солнечный удар я точно теперь не получу, поскольку солнышко-то у нас уже и вылезло. Поднялся на вышку, чтобы посмотреть, где находится город Геруда. Он находится вон там. Но чтобы туда пройти, нужно преодолеть песчаную бурю. Это капец. Чё скажешь? Кажется, в городе Геруда все в порядке. Или нет? Эй, а ты откуда взялся? Мирному населению нельзя на рыночный маяк. Хотя можно и исключение сделать. Раз уж ты сюда взобрался, любуйся видами. На рынке Каракара только отсюда можно хоть что-то увидеть за песчаной бурей. Понятно. Ничего она мне не рассказала. Но, по крайней мере, я с этого маяка... Так, вон там, смотри, буря, она нас вверх поднимет, интересно, или что? Неясно. В общем, нам нужно идти вперед. Когда я в бурю войду, мои компасы и прочее-прочее вся фигня собьется, и я не смогу ориентироваться. Мы просто идем вперед. Надеюсь, мы не потеряемся. Если мы потеряемся... О, стало очень жарко. Но моя пряжка сверху, хотя это не пряжка, а... Короче, кольцо сверху на волосяках моих защищает меня. Знаешь, что я еще боюсь? Я боюсь, что здесь сейчас появится из песков, из недр песка, какая-нибудь животинка, которая захочет меня сожрать. А что? О, сейчас очень горячо. То есть кольцо-то меня не до конца защищает, да? Но ничего, у меня есть другая штука. Ой-ё, куда-то я падаю. Ой-ё-ё, как я далеко падаю. Это нехорошо, надо взобраться обратно. Быстро, быстро, быстро. Давай, Линк. Бежим прямо. Так, значит, мне нужно сожрать, у меня есть вот ледяное мясо. Съедаем, и мне будет получше. Все, можем двигаться дальше. Вперед! Сквозь пески. Нашел вот такой вот вихрь, по идее, он должен меня приподнять немножечко. Сейчас. Да, отлично. О, движемся в правильном направлении, это очень хорошо. Почти дошел до города Геруда, и... Че я туда пришел, без понятия, потому что меня ж туда сейчас не пустят. Блин, а чё, я же у города Геруда, тут вроде бы не должно быть такой песчаной бури. Слушай, я вошел в город Геруда вообще спокойно, здесь никого нет. Опа, а ты кто? Уходим, 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 Линк. Ёлки-палки. Так, вот эта нечисть мне не очень нравится, возьму... Давай огнем попробуем. Огнем попробуем. О, огонь хорошо справляется, они прям сгорают. Это мумии какие-то. Ребра гибда. Заостренные ребра жутковатого вида. Прикрепленные к оружию, они серьезно увеличат силу атаки. 40 чаромонтажу, нифига себе. Но быстро ломается, как и другие кости скелетов. Стрелу заберу, меч мне твой не нужен. Такое ощущение, как будто город вымер. Сюда не пройти там. А нет, можно спуститься вниз. Ёлки-палки. А я-то переживал, что я сюда не зайду. Все, песком засыпало. А где дворец? Он же в этой стороне вроде бы дворец. Нет, это выход. Дворец. Вот оно, вон туда наверх нам нужно. Пойдем. Сейчас узнаем, что случилось-то вообще. Зомби-апокалипсис у них тут, что ли? Вон, внизу вижу охранницу. Они все под землю спустились. А во дворце, собственно, тоже никого и нету. Поднялся в королевский покой. Тут есть книжечка. Сейчас узнаем, что случилось. Это дневник Риджу. Первая запись.
Сегодня Белла сообщила мне очень тревожную новость. Таинственные миазмы расползаются из подземелья замка Хайрул, а те, кто вступает с ними в контакт, заболевают. Наши соратники Линк и Зельда сейчас в Хайруле, они точно смогут справиться с этим. И снова плохие новости. Линк и Зельда пропали без вести где-то в подземельях замка Хайрул. Затем замок поднялся в воздух, а в небе по всему миру появились бесчисленные летающие острова. Так много необъяснимых явлений. Что вообще происходит? Надеюсь, Зельда и Линк в порядке. Всех Геруда обеспокоила судьба Хайрула, но теперь и к нам самим нагрянула беда. Неожиданно налетевшая песчаная буря полностью охватила весь город и его окрестности. Пришлось отправить всех в подземное укрытие. А когда мы отправились искать источник бури, на нас напали странные монстры. К несчастью, я никак не могла попасть по ним молнии. Эта способность проявилась у меня совсем недавно. Я чувствую себя совсем никудышной предводительницей. Ах да, и на всякий случай нужно закрыть проход за моим троном. Вот он, значит, трон, а проход должен быть... А, так его плитой закрыли. Стой, подожди, если я плиту просто сдвину вот так вот. И туда спрыгну. Опля. Что-то пока ничего не понятно. Куда я спустился? Но? Вой, здесь вой, схватить его! Блин, вот это попадос. Воем вход в город воспрещен. Уходи. Но я же не в городе. Погоди-ка. Белла, командир Геруда. Давненько мы не виделись, рыцарь Хайрула. Все в порядке. Предводительница позволила этому вою входить в город и пользоваться всем необходимым. Предупредите остальных. О. Ты пробрался сюда через эту ужасную бурю? Неужели с плохими новостями? Да там, под замком Хайрула, короче, вот... Пропала принцесса Хайрула? До нас доходили слухи о замке Хайрула, но оказывается, все намного хуже, чем мы думали. И все же, рыцарь Линк, я впечатлена тем, что ты добрался сюда, несмотря на бурю. Песчаная буря поднялась так внезапно, и мы опомниться не успели. Мой отряд попытался разузнать, что случилось. Но разведчицам досталось от монстров, которые заполнили пустыню. Я была бы рада помочь с поиском принцессы, но сейчас не самое подходящее время. Сожалею. Госпожа Риджу как раз тренируется. Ее особая способность должна избавить нас от этой напасти. Если хочешь поговорить с госпожой Риджу, отправляйся на север, к руинам. Окей. Тут куча квестов есть. Прогуляйся. Все офигевают, что здесь вой у них бродит. Можно грибочков прикупить, но мне как бы это не нужно. Нормально они тут обустроились, слушай. Вообще неплохо. В общем, мы отсюда выбираемся. Что ты хочешь, девонька? Бегает за мной. Это вой, это вой. Я не знаю, как будто призрака увидела. О, мельница сверху. Вентиляция, видимо, закачивает воздух. Выбираемся отсюда. Значит так. Принцесса находится где-то в пещерах, которые расположены вон там. Вот сейчас мы туда слетаем и посмотрим, что там, да кого там. Все, кажись, прилетели. Руины. Оу! Нифига себе молния шандарахнула. А вот она тут и тренится. О, стрелу надо взять. Че, как трение проходит? Здорово! Молниеносная девчуля. Снова мимо. Но так я не смогу защитить свой народ. Линк? Ну что, обнимемся? Какой сюрприз. Не ожидала увидеть тебя здесь. Риджу, предводительница Геруда. Вечно ты
появляешься из ниоткуда. Но она повзрослела. Уже не такая соплячка, как раньше. А? Замок Хайрула поднялся в небо, а принцесса Зельда исчезла? И ты здесь, чтобы узнать, что произошло? Я разделяю твою боль. Зельда и моя подруга. Я сделаю все возможное, чтобы помочь. Но для этого мне нужно как можно быстрее разобраться с неприятностями, с которыми столкнулась Геруда. Было непросто сюда добраться, верно? Это происшествие с замком Хайрул не единственная аномалия. Тогда же в Геруда поднялась песчаная буря. Она в мгновение ока окутала наш город и всю пустыню. И затем исторгла рою неизвестных нам монстров. Мы называем их гибда. Они медлительны, но обычное оружие против них почти бесполезно. Поэтому исследование бури сильно затянулось. Ты наблюдал за мной? Сейчас я пытаюсь попасть молнией вон то чучело. Этот прием может сработать и против гибда. Увы, он открылся мне лишь недавно, и целюсь я еще не так хорошо, как хотелось бы. Мне нужно как можно скорее овладеть этим приемом, иначе нам не уничтожить гибда. Если все получится, я наконец смогу выяснить, что вызвало песчаную бурю, и бросить все силы на поиски Зельды. Линк, ты поможешь мне тренироваться? Выпусти стрелу в то чучело. Я попробую прицелиться в нее молнией. Да без проблем, давай. О, пляньки. Ну неплохо. У нас получилось. Отлично. Давай попробуем еще раз. Чё? А, я думал, гибда напали на нас. Целься вон в те чучела. Посмотрим, удастся ли нам попасть во все сразу одним ударом. Чтобы все получилось, вместо того, чтобы стрелять в каждое из них по отдельности, целься в центр. Видишь там камень? Вот куда-то рядом с ним. Одно плохо. Чем дальше моя цель, тем дольше мне приходится заряжать свою молнию. Учитывая это, ладно? Нет проблем. Ладно. А, что-то не получилось, да? Молния, она же как ауешная. Давай в чучело я попаду. Так, что-то не происходит. Ничего. Повыше подниму. Прям в чучело хочу зарядить. Да. Я понял, что это будет сложно. Может, поближе подойти? Давай поближе просто подойду и в камень. Я еще, кстати, осла услышал. Тут где-то осел, походу, ржет надо мной. Ты че? А, это не осел, елки-палки. Привет, наездное мое чудище. Я тебя обожаю. Вот, я попал. Ну че ты? Она заряжает, заряжает, заряжает. Может, поближе подойти? Во! Да! Вот это совсем другое дело. Теперь я запросто разберусь с гибда. Блин, вот пришел я буквально две тренировки, и все у него вышло. Ай да, ай ты красавчик. Линк, это все благодаря тебе. Да я знаю, что ты. Что это было? На звуки песчаной бури не похоже. Ты же тоже слышал это? Я с донесением. Целая орда гибда напала на рынок Каракара. Белла уже отправилась туда. Как это? Ладно, поняла, спасибо. Линк, мы должны немедленно отправиться на рынок Каракара. Мне неловко тебя просить, но мне понадобится твоя помощь, чтобы управлять молниями. Не отказывай мне. Знаешь, где этот рынок? Он у оазиса к северо-востоку от города Геруда. На этот раз мы покажем этим гибда. Гибда, 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 да, 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 да. Ну и название. Сейчас я только стрелы соберу, которые тут вот. Ага, обосрять все можно. Все стрелы куда-то исчезли. Не хочу я бродить по этим песчаным бурям. А вот и я. Нельзя близко подпускать гибда.
такими темпами. Простите за задержку. Уничтожим всех гибда разом. Скорее, за мной. Линк, я рассчитываю на тебя. Да блин, как меня это бесит, фраза. Я встану на защиту нашей предводительницы и порву всех врагов в клочья. Ёлки-палки. Я рассчитываю на тебя, Линк. Да все, весь мир на меня рассчитывает. Можно как-то без этого? Значит, если я вот сюда стрельну, по идее же... О, отлично, да. Прием с камнем все-таки нормально сработал. Он обучил меня. Так, теперь нам вон там тоже в серединку надо попасть. Вот сюда. Ох, хорошо-то как. Где еще кто? А, вон, на карте показано, как они это... ползут. Слушай, вот их части тела надо бы пособирать. Они очень много к чаромонтажу дают, поэтому... Сердце гибда. Сухой орган. Он нужен для... А, подожди, белый, короче, это Геруда, я понял. А красный это вот это гибда. Гибда. Они из грибов лазят, кстати. По-любому из грибов. Вот тут. Да, они прям с грибов падают. Они... Это споры. Ёлки-палки, гибда это споры грибные. Нифига себе. Вот это я открыл для себя новость. Так а чё, может это? В гриб попасть? Дай туда. Не, это бесполезно. Гибда. Гибдулечки. Готово. Короче, я так полагаю, что нам нужно с грибом разобраться. Это и есть вражеский улей. Значит, их полчища берутся из него. Блин, а я там стою. Так это никогда не закончится. Мы сможем положить конец, только если уничтожим этот гриб. Так давай это сделаем. Чё ты? Давай шлепнем туда. Туда вот. Вот сюда вот я тебе предлагаю. Во! Все. А с этими я так разберусь. Я их сожгу, нафиг. Я знаю, что огонь против них хорошо действует. Вот и все. Белла, спасибо тебе, что продержалась так долго. Для молний очень сильно помог нам. Зельда? Что это такое? Там же город Геруда! Смерчи появились возле города Геруда, и Зельда направилась туда же. Белла, возвращаемся в город. Линк, мы отправляемся. Увидимся в городе. Чего-то здесь ничего не происходит. Спокойно так. Я вижу гриб. Два, три. Ух ты, нифига себе. А город-то его еще сильнее засыпало. Или нет? Я просто сверху не смотрел на него. Не, город вроде не засыпало. Значит, вот, король. Точнее, принцесса. Забыл. Или как там ее тебя, блин, как тебя назвать? Риджу? Смотри, Линк. Куча грибов я вижу. Это улей гибда. Такой же, как тот, что появился у рынка Каракара. Мне сообщили, что он появился одновременно с бурей. Теперь их целых три. Гибда подходит к городу со всех сторон. Полагаю, что гибда будут атаковать сразу всем роем. Пока улей закрыты, их не пробить. Но когда улей открывается, чтобы выпустить новых гибда, он становится уязвимым. Гибда без сомнения нападут. И когда они нападут, мы воспользуемся этим. А?
Сюда. Сюда. Я здесь. А? Опять этот звук. А голос? Этот голос, он что, зовет нас? Mm? Госпожа Риджу, Линк, что случилось? Не-не-не, ничего, все в порядке. Линк, сейчас нужно защитить город от врагов. Мы должны подготовиться к битве. И что мы будем делать? О, села на трон. Отлично, ты готовишься к битве. Можно я тоже рядышком тут постою, посижу? Гибда с этими улями. Одно странное происшествие за другим. Мы своими глазами видели Зельду на рынке Каракара, но, похоже, она так и не появилась в городе Геруда. Что вообще происходит? Как бы то ни было, сейчас у нас и без этого хватает хлопот. Мы должны готовиться к битве. Боюсь, я вынуждена снова обратиться к тебе за помощью, Линк. Я уверена, что Белли и остальным воительницам пригодится совет такого опытного воина, как ты. Ладно, я с ней поболтаю. У тебя есть вопрос насчет приготовления к битве? Что нам нужно? Рассказывай. Поговори с начальницей охраны, Тики. Она как раз на плацу. Вам бы не помешало обсудить наш боевой порядок. За материалы отвечает Подора. Если применить их с умом, можно выставить достойную защиту и задержать врагов. Если тебе что-то нужно, поговори с ней во дворе. Ну все, я тогда пошел. Я пошел. Вначале с механизмами там разберусь, с материалами. Так, мне показалось, или тут... Ух ты. Вот это я возьму, наверное, все себе. Посмотрю, что у нас вот здесь. Ось, это здесь чуть-чуть такое. Отражатель! Механизм Заная, концентрирующий и отражающий свет. По слухам, яркий длинный луч света, который он выпускает, способен отпугивать монстров. Ладно, учту. А это что? Кол. Угу. С колом мы уже встречались. И огнемет. Вот, кстати, огнемет может сделать, а? Он бы нам пригодился. А тут что у нас? Давай сломаем-ка эти ящики. Стрелы. Понятно. Вот, в принципе, все материалы, да? Я все стыбзил. У армии больше ничего не осталось. Привет. Я здесь собираю вещи, которые могут пригодиться во время обороны города. Можешь использовать их. А еще я могу построить баррикады у любых ворот города. Просто скажи, у каких именно. Ну что, чем могу тебе помочь? Давай баррикады построим. У города есть три входа. Северные ворота прямо, западные налево, а восточные направо. Я могу перекрыть любые ворота баррикадами из дерева и железных бочек. Какие нужно заблокировать? Давай, короче, западные блокируй. Я возвела баррикады. Блин, это баррикады. Я думал, там хотя бы ты полностью все закроешь, что они через верх могут перепрыгнуть. Западные ворота, короче, забаррикадировали. Отлично. А можешь еще что-нибудь забаррикадировать, например? Построить баррикады? Я возвела баррикады у западных ворот. Хочешь перенести баррикады? Короче, она только одну баррикаду может сделать. Понятно. Все, окей. Я тогда пошел. Коробки снова появились. А, ну они пустые. Ладно, ох ты, елки-палки, нифига себе. Клеймор Геруда десятку дает. Копье Геруда. Это сабля Геруда. Еще и сундуки есть, нифига себе. Щит Геруда, ну он такой себе, у меня все получше. Короче, все, что тут лежит, у меня круче. Хотя у меня тут уже кое-что ломается. Давай боевой клеймор, надо его... Чтобы что-то огненное зачаровать. Что у нас огонь дает? Блин, ну только рубин. Знаешь, что мы сделаем? Предлагаю, короче, следующее. Клеймор выбрасываем. Берем саблю Геруда. И делаем из него огненный посох. Вот, и все, я теперь буду огнем пуляться. Е-е-е. А что в сундучках? Серебряная рупи. Неплохо. Топаз. А
Рог грозового Заврафоса. Рог заряжен электричеством. Его силы в полной мере раскроются в зелье, если верно подобрать другие ингредиенты. Если его ударить, выпускает... можно молниеносное оружие замутить. Так. Выкидываю камни молот. Беру этот здоровый клеймор и пробую его зачаровать с вот этим. Посмотрим, что получится. Ну-ка. О, отлично! То, что нужно для битвы. Теперь идем, значит, к армии Геруда. Посмотрим, что у нас тут. О, смотри, у них тоже посохи электрические, кстати. Ну, здорово. Битва будет то, что нужно. Пушка! Еще и пушка есть. Обалдеть. Здорово. Окрестности города кишат монстрами. Битвы нам не избежать. Нужно расположить войска. Твой совет мне пригодится. Стоит отправить отряды на защиту ворот? Надо ли оставить кого-то на плацу? Как будет лучше? Какой отряд ты хочешь отправить и куда? Копейщицы, мечницы, артиллерию. Я даже не знаю. Ну, давай артиллерию. Куда ты хочешь отправить отряд? К западным воротам. Давай. Так как они у нас забаррикадированы. Хорошо, я переместил отряд к западным воротам. Теперь насчет копейщиц. Давай их к северным воротам. И мечниц мы отправим... Ой, нет, не к северным. Случайно дожал. Ну, кстати, она ничего не сказала. И получается, что смотри, мечники и копейщики будут охранять эти ворота. И это, кстати, плюс. Потому что я буду тогда охранять восточные с Риджу. И думаю, что мы должны справиться. Все готово к битве? Да, все готово. Линк, что надо? Мы непременно должны выяснить, что это был за голос. Но сначала... Что? Донесение для предводительницы. Приближается огромный рой Гибда. Они пытаются прорваться в город. Сначала мы расправимся с врагами. Артиллерия, давай шмали. Вот эту стенку мы будем охранять. Или не, или вот эту. Куда я войско-то отправил, елки-палки? Белла, они окружают город. Не падайте духом. Этот бой наш шанс. Шанс разом уничтожить всех Гибда с их ульями. Мы будем биться до последнего. Вперед! Мы обрушим на них всю военную мощь Геруда. Так точно! Все за мной! Мы сможем защитить нашу предводительницу и наш город! Ну и я с вами. Так, значит... Монстры рядом с городом! Нужно защищать все ворота! Ага. Блин, прикольно. Тут не босс, а защита города. Хоть какое-то разнообразие. Значит, там монстры у нас воительницы стоят. В атаку! А где какие ворота еще у нас неохраняемые? А? Кто-нибудь мне скажет? По всей видимости, вот эта часть и вон та часть у нас неохраняемая, да? Тут у нас артиллерия и баррикада. Здесь вот у нас воительница, они там уже дерутся. Здесь вот что-то непонятно. Значит, нам, наверное, вот сюда надо идти, да? Пойду, наверное, туда схожу. Посмотрю, что там, как там дела обстоят. Так. Да, здесь проход. А кто здесь? А, ты здесь одна стоишь вообще. Ладно, не вопрос. Здорово. На тебе молнии. Блин, ну, с таким-то оружием их вообще месить. Одна лапа. Западные ворота тоже монстры. Я уничтожу их ударом молнии. Это там поспокойнее. Я за твоим здоровьем слежу вообще-то. Вот, это неплохо с ним справляешься, тут одна. Вообще молочится. Слушай, ну что, походу надо грибы уничтожать, да? Я так полагаю. Сейчас попробуем. Отлично. Сейчас я с ними тут разделаюсь. Блин, так не прокатило. Ой, что происходит? Меня нельзя бить.
А-а-а, стой, щит! Ай! Я растерялся и нажал не ту кнопку. Спасибо, что защищаешь меня. Еще крылатые северного улья! Молодчица. Нельзя дать им проникнуть в город! Все, я бегу. Где там, что там, как у вас дела тут? Еще крылатые западного улья! А, крылатые! Я уничтожу их своей молнией! Ёлки-палки. Сейчас, давай вот с этими разберемся. Да! Отлично. С этим ульем разобрались. Пускай они тут отбиваются. Я побежал дальше. Чё, баррикады, что ли, сломали? Я бегу. Враги в центре города! Приготовиться к обороне! Ой, точно, они баррикаду сломали. Так, у меня меч зарядился молнией, поэтому можно их колошмарить. Ёлки-палки. Так, огоньком давай. Все, у меня оружие все кончилось. Беру кинжал, посох. Погнали. Бегу. Так, здесь артиллерия. Да, они, короче, пробили брешь в стене. Наш этот баррикадчик все сделал беспонтово. Бежим. И лупим. Ой. Все пули уничтожены. Осталось уничтожить всех гидров в городе. Да сейчас размотаем их. Смотри, как побежал-то, а шустрый какой. Так, у меня ничего больше не осталось. Ёлки-палки, что делать? Каким оружием их носить? Только если стрелами и молниями. Чё, ты сдохла, что ли? Линк, прости. Нет! Она сдохла! Как вы могли? Ну вот, последний гриб. Начнем, как говорится, отсюда. Чтоб сильно долго... гриб уже не светится. Надо подождать. Надо подождать, когда споры откроются. До конца. Нужно уничтожить все ульи. Погнали! Да, все ульи уничтожат враги в центре города. Приготовиться к обороне. А теперь срочно бежим к Риджу. Мы последняя надежда. Стоямба, где он? Блин, я его не вижу. А, это летучий. Вот негодяй. Попали. Блин, там еще один летучий к ней прибежал. Как он ее калашмарит. Риджу. Ёлки-палки, что тут происходит вообще? Он к ней подбежал. Нифига себе. Она, кстати, очень слабая, эта Риджу. Хорошо, с этим разобрались. Так. Я надеюсь, что они через стенки не умеют ходить. Вон они там бегут. Но пока они оббегут все это дело, это будет долго. Ага. Готов. Здесь уже и пальмы вон кто-то свалил. Наверное, Риджу своей молнией. Ништяк. Есть. И парочку еще осталось. Вон они. Полудохлые бегут. Сейчас раскидаем их. О, бедняжечка. Что тут с вами произошло? Ну, а тебя так. Вот и все. Линк, прими мою благодарность от лица всех Геруда за то, что доблестно сражался вместе с нами. Ульи Гибда разрушены. Надеюсь, эти твари теперь утихомирятся. Кстати, когда мы уничтожили ульи, я заметила, что они обратились в песок. Вероятно, Гибда каким-то странным образом связаны с песком. Неужели это песчаная буря принесла их сюда? Или же они сами вызвали песчаную бурю? К тому же мне не дает покоя тот голос, который мы оба слышали. Голос, молния. Это мне кое о чем напомнило. Линк, я должна тебе кое-что показать. Окей. Значит, мне снова надо туда спуститься. Я только туда спущусь, скажет, бой, хватай его. Но думаю, что в этот раз меня уже все знают, так что... Все обошлось, все нормально. Куда нам теперь идти? Вот сюда. Слушай, я видел эту надпись. Что тут сказано? А вот и ты, Линк. Посмотри-ка на эту клинопись. Блин, клинопись. Как там ее правильно назвать? Что же за странные такие названия? Ладно. Говорят, ее создали прародительницы Геруда.
те далекие времена у этого укрытия была та же функция, что и сейчас – защита нашего населения. Вероятно, Геруда древности также столкнулись с какой-то неизвестной напастью. Оставь трон позади и за бескрайними волнами найди красные колонны. Треугольник из света озарит камень молний и откроет путь. Тот, кто слышит мой глаз, глаз, может, голос, да придет ко мне. Когда мы с тобой услышали тот загадочный зов, я сразу вспомнила про эту плиту здесь, в укрытии. Это изображение явно указывает на какое-то определенное место, и загадка в надписи поможет туда добраться. Понятно, что непонятно, как обычно это бывает с этими чертовыми загадками, но ее мы уже будем разгадывать в следующей серии. Поэтому, если тебе понравилось и ты хочешь видеть продолжение, ставь лайк и подписывайся, если ты еще не подписан. И тогда мы вновь увидимся в ролике. Так что до встречи!